народе говорят, если 21 апреля день светлый и солнечный, лето будет сухим и теплым. А если пасмурно и с туманным утром, лето будет непогожим. Синоптики, в свою очередь, обещают нам дождливую погоду плюс 6, плюс 10. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 4. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром всего 0 градусов и небольшой снег, который, впрочем, уже к обеду сменится дождем. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла. Ночью плюс 3. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В Москве днем небольшой дождь плюс 7, плюс 16. Ночью выпадет снег, столбики термометров опустятся до отметки плюс 1. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.